Бабу это не жалко? Да как не жалко? Жалко вообще капельно. Глупость. Уже столько лет. Вообще совесть до сих пор мучает. В Нижнем Тагиле шоколадный вор, местный урка, только в июле вышедший на волю. На улице металлурга выследил 73-летнюю бабульку. Подбежал к пенсионерке со спины и с мясом вырвал у нее из уха золотую сережку. После коварного нападения с тыла старушка, почувствовав резкую боль, провела рукой по лицу, и на ладони осталась кровь, сочившаяся из разорванной мочки правого уха. Полиции пенсионерка рассказала о том, что во дворе дома ее догнал мужчина и похитил сережку. Силовики по камерам отследили путь уличного агрессора и задержали уголовника, отмотавшего срок за кражи и вступившего на еще более гиблую грабительскую дорожку. Золотую сережку налетчик по дешевке сдал в ломбард. А шоколадным вором он стал из-за того, что незадолго до грабежа урка с Тагилстроевского района в том же спортивном костюме наведался в продуктовый магазин на улице Гвардейской и там похитил целую авоську шоколада. Камера наблюдения зафиксировала момент, когда мужчина, похожий на обычного покупателя, берет с полки плитки шоколада и торопливо прячет их в сумку. Забив авоську под завязку, вор преспокойно ушел из магазина. Судя по всему, за ту, вероятно, самую крупную в истории этого магазина шоколадную кражу на 3000 рублей вор угрызений совести особо не испытывает. А вот перед старушкой, которой он из-за сережки разодрал мочку уха, ему вроде бы по-настоящему стыдно. Ведь ограбленная пенсионерка в матери ему годится. Виноват. На свои поступки отвечу. Перед бабушкой извиняюсь. Понимаю, конечно, перед бабушкой извинюсь и глубочайшие извинения будут. Урке, уходеру светит приличный срок за грабеж, пока он в СИЗО.